Накануне в 16:00 в Центр управления в кризисных ситуациях МЧС России по Курганской области поступила информация о возгорании ангара и гаражей, приспособленных под автомастерские по адресу улица Томина, 1. Практически сразу же на место прибыли силы 7-го отряда Федеральной противопожарной службы, оперативные группы, аварийно-спасательный отряд городского управления по делам ГО и ЧС, сотрудники органов внутренних дел и инспекторы ГИБДД. Пожару был присвоен повышенный ранг, так называемый вызов номер 3. Огонь перешел на надворные постройки. Площадь возгорания, по предварительным данным, составила 1000 квадратных метров. На место прибыл председатель комиссии по чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности города Александр Якушев. Благодаря своевременным действиям пожарно-спасательных служб удалось избежать распространения огня на жилые дома. Всего на месте возгорания работало 17 единиц техники и 54 человека личного состава. Через час после начала тушения была объявлена локализация пожара. Еще через 40 минут – ликвидация очагов открытого горения. По предварительным данным, предоставленным Главным управлением МЧС, погибших и пострадавших нет.